Сдать пластик, чтобы помочь бездомным животным. Благотворительная акция «Экорейс» состоится 29 января. Волонтеры соберут вторичное сырье во всех районах города. Макулатуру, банки, бутылки. Все деньги пойдут на помощь котам и собакам из приютов. Организаторы рассказывают, что во время первого в 2022 году маршрута волонтеры будут останавливаться по адресам, которые вы видите на своих экранах. На переработку можно сдать бутылки, этикетки и крышки снимать не нужно, макулатуру, газеты, бумагу, упаковки, чеки и лотки от яиц и алюминиевые банки от напитков. Во время эко-рейса они будут приниматься салфетки или очень плотный картон, консервные банки, аэрозоли, металлические крышки и емкости от бытовой химии. Кроме того, помочь можно другим способом. Горожанам предлагают приносить сухие мягкие корма для собак и кошек, одноразовые пеленки, детские памперсы, а также шприцы и капли для глаз.